Вы стоите на торпеде в охрененном месте. Вот. Потому что в этом Тироке вас нигде не поставить. Тут даже обшивка, не обшивка, а подделка. Пластик, правда, чуть мягкий. Но подделка, как обшивка. Я вам потом покажу. Это чума. Да, дамы и господа, не торопитесь. Не торопитесь. То есть, вот в жизни люди же, они всегда торопятся. Да, то есть, куда-то все спешат. Куда-то все бегут, да, вот, постят какие-то фотки в Инстаграме, бессмысленная жизнь, то есть вот сейчас, кстати, я вот буду удалять Инстаграм, хотел его удалить так с приложения, не тут-то было, это лимонадик Сан-Пеллегрино. Так вот, квадратные какие-то эти самые, не круглые. Все через жопу у немцев стало. Так вот, не торопитесь. Я уже делал видео по поводу памятки туристам, чтобы вот вы как туристы никуда не торопились, да, то есть вот здесь всплывет, посмотрите, да. То есть памятка туристам, которые вот торопятся куда-то, вот зачем эти бессмысленные трипы, когда вы куда-то бежите, да. Вы что, выигрываете время? Для чего? Время и так ускорилось, не ускоряйте его для себя. У меня тоже есть видео, как ускорилось время и что делать, как его остановить для себя. Как для себя время замедлить, когда оно везде ускорилось. Там большое видео с объяснениями, и как это сделать. И для чего это надо сделать. Для себя лично, чтобы ощущать жизнь. А когда, извините, человек куда-то бежит, и главное, вот зачем, вот в том числе... Юрочка, тебе привет, да? То есть, зачем вот прилетал тогда, прилетал в Латвию быстро там за 3 дня, надо быстрее, то, все, 5-10, а зачем? Ты что, создал фирму, чтобы быстрее, ты уже продал там 1 000 000 деревянных домов или что ты сделал? Зачем? Ты этого ничего не сделал. Ты прилетал когда там, в 21-м году? Сейчас 23-й год, уже июнь, прошло почти 2 года, что ты сделал? Так зачем торопился? Понимаешь? Жизнь все равно так течет, как ей надо. Поэтому надо просто наслаждаться. А тогда помню, на Гаую тоже поехали. Только я там у речки присел, чуть релаксирую. Все, скорее надо. Вот так все, и вот так и бегаешь. Или как, я тогда был прям, правда, занят, я, ну, как занят, я просто отключился в релаксе от всех социальных сетей, включая не деловой там, так сказать, не личный WhatsApp, да, и там тоже, говорит, прилетал на сутки, я был в Латвии там сутки, ну и прекрасно, знаешь, ты опять же бегом, опять бегом, зачем? То есть жизнь, она происходит здесь и сейчас. Я уже говорил туристам, приезжаешь там в Рим, приезжаешь там, не знаю, там в Венецию еще, поживи там хотя бы, окей, 5 дней, 5 ночей, 6 дней. Ну хотя бы, не надо 10, хотя бы 5. Зачем бежать? Сегодня там, завтра пробежал туда, послезавтра уже там. То есть колхоз, вот понимаешь, вот какой-то на бегу какой-то колхоз. Ты что, контрнаступаешь, что ли? И это обращение ко всем людям. Не надо торопиться. Не торопитесь. Это вот как люди, которые едут, снимают видео в машине. Опять же, кое-кому привет, да. Такое ощущение, как будто ты так занят прямо, да, что не можешь вот остановиться на 5 минут спокойно стоя, не нарушая правил движения, не отвлекаясь на, так сказать, видео и не отвлекаясь с дороги, возможно, совершив аварию, да, нельзя вот просто остановиться и просто записать видео там 5, 10, 15 минут. Куда? Для чего? Чтобы... Ты что, торопишься? И это ко всем обращение, торопыгам. Вы что, торопитесь, чтобы фотки в Инстаграме разместить, что ли? Особенно это бессмыслица. Я сижу, я посрал, я там это самое. Ребят, и видео такие же бессмысленные снимаете в ТикТоке, везде. У меня, например, все видео в Ютубе, ну 99% несущие
смысл, которые могут помочь вам в вашей жизни. В том числе на личном примере, на анализе ситуации это дело. Никуда не торопясь. А у вас же бессмысленные видео, бессмысленные миллиарды фоток в Инстаграме. Я посидел, я на стуле, я там. Зачем? И главное, зачем вам это смотреть? Зачем вы это смотрите, за чужими жизнями следите? У вас что, нет своей? Только и делайте, что скроллингом вот этим занимаетесь. Займитесь своей жизнью, удалите нахер это все ненужное. Просто удалите и забудьте, и займитесь своими жизнями, не торопясь, здесь и сейчас, в данный конкретный момент. Всего вам доброго, дамы и господа. Тем более, что у вас одна жизнь, и завтра может просто тупо не наступить. Ведь возможно? Воспринимайте жизнь как подарок. Сегодня первый день всей вашей оставшейся жизни. Прочувствуйте вкус. Вот, например, лимонада с водой Сан-Пеллегрино. Прочувствуйте это. Каждый день может быть последним. Каждый день – это первый день всей вашей оставшейся жизни у любого из вас. Не торопитесь. Всего доброго. Обещал. Вот это, смотрите, а то забуду. Вот, гляньте, это не строчка, да, как вот в Тойоте. Это просто пресс. Но эта фигня хотя бы мягкая. То есть это как бы такой мягкий пластик, хотя бы мягкая. Это не Тикросс, это Тирок новый. И аллилуйя! Есть камера заднего вида, я просто проверил. Есть камера заднего вида плюс парктроники. Ну, аллилуйя! Ну, Господи Иисусе, смотрите, как красота. Но в то же время все равно табуретка. Ну, там, Господи, там расстояние-то километр, ехай да проезжать. Смотрите, как проезжает на BMW, с ума сойти. Такое ощущение, как будто у него там... Он его разбил, что ли? Я не понимаю, что с ним случилось? Он, наверное, хотел парковаться и стукнул его, что ли, или что? Что с ним стало-то? А на BMW видел, как проезжает? Такое ощущение, что расстояние оставляет, как будто там, не знаю, поток какой-то. Там на КамАЗе проехать можно. Вот смотрите, дамы и господа, ездил специально на заправку. То есть уже приехал, поставил все. И думаю, так, где моя банка, надо выкинуть. В банке оставалось там, ну, где-то вот столько лимонада. Вот только уебок мог придумать квадратные подстаканники. Ну вот для чего квадратный, да? Вот это немецкий уебки могли придумать квадратные подстаканники. Где ты, уебан, видел квадратную кружку? Сука ты, блядь. Фашистская ты, сука, отродье, уёбки, блядь, жирные, сука, скоты. Где вы видели вот квадратный подстаканник? Он квадратный. В итоге здесь маленький, сюда рюмка не влезет. Тут он тоже квадратный. В итоге, как вы думаете, что произошло с банкой? Конечно же, она упала и пролилась в этот подстаканник, там где-то половина этого лимонада. Вот он теперь весь впитан здесь, сейчас я его впитаю и выкину его в помойку. Это тихий ужас, понимаете, вот это вот, такие уазы делают, ну просто уазики, вот это же патриоты, в смысле уазы. Ну все, ты, конечно, не вытришь, но зато запах лимонада, он высохнет, будет липкий, приманивать пчел. Нехуй делать такие подстаканники и нехуй покупать в каршеринг вот такие машины. Купите японских, ёпарасоте. Наверное, японских-то всех разобрали, там в автосалонах только такое говно со скидками осталось. Ужас. Вот такой вот говно, Тирок, видите.
тоже на эстонских номерах. Полная срань, ну полная, такая табуретка. Еще и с квадратными этими, вообще жопа. Пришлось на заправку возвращаться. Много пролило, но само не высохнет. Дайте трубочку, да, я выпью. На заправке наоторвал этих, сами видели, просто высосал его, выкинул в помойку, все. Впитал, впитал, все, заткнул там, и оно впиталось, там все это выкинул. Я вот сейчас, кстати, хочу, 25 мая, 19.07, я вот, кстати, хочу сейчас, знаете, что сделать, найти, как удалить инсту. Я тут давно не заходил, наверное, года 2 или 3 уже просто не заходил, не знаю. Зачем они, к черту они нужны, какие-то сообщения там. Ну вот смотрите, ну вот абсолютное вот деграданство. Вот объясните мне, вот объясните, да. Вот какой смысл в этом в Инстаграме? Вот какой смысл? Да? То есть, какой? Вот что в нем? Я понимаю, там если, там, допустим, там, не знаю, рекламировать что-то. Ну кто-то там. Что-то рекламируют, да, там, ну вот, блядь, это пиздец, блядь, это пиздец. Это пиздец. Посмотрите. По сравнению с этим чуваком рядом, да, Юрис просто стройняшка, дюймовочка. Посмотрите. Пиздец, что делать? Тут тоже, небось, где-нибудь в Европе живет, там, какой-нибудь Германии или где-нибудь там. То есть, что делать? Ну, что это такое? Ну, что это? Ужас, Юрис, тут Юрка пишет. Янка, друг детства, ёбаю мать. Во что он превратился? Он такой с детства был, что ли? Ой, это как раз вот то... То неэстетичное, что мне противно. Ой, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Хотя, может, человек болен, блядь. Ну вот смотрите, ну абсолютно, вот, ну, вот какой смысл? Вот какой смысл в этом? Вот какой смысл? Вот какой смысл в этом? Я не говорю уже о быстрых путешествиях, да, то есть о быстрых путешествиях, и при том пиздец. Вот смотрите, вот это вот этот чувак, да, вот этот Янка толстый, да. Under Armour, что это такое? Это спортивный бренд, ребята, спортивный бренд одежды, американский, да. То есть как раз друг Грега Плита вот его создавал, да, спортсмена. И вот когда Under Armour, да, вот, и извините меня, и человек, который спорт видел только в телевизоре, я уверен, да, то есть это ужас. И вот эти вот, я вот не понимаю абсолютно, вот я уже делал видео, да, быстрых путешествий. Каждый день по городу куда-то лететь, бежать. Вы вот остановись, вот смотри. Вот, день назад в Ватикане, да, смотрите, вот просто быстрое-быстрое все. Вот день назад. Через 2 дня уже в Каннах Франции, то есть едут просто на машине. И здесь они уже в Греции. Да, Тессалоники, Греция, 4 часа. Вот на кой черт? Вот, Юрис, ты видел мое видео вот про быстрые путешествия и про то, что, знаете, выше я говорил, зачем вы торопитесь? Такое ощущение, что вот, я не знаю, тебе надо быстро все пробежать там, куда ты бежишь? Понимаешь, вот выше я об этом говорил. И абсолютно, вот абсолютно лишняя вещь, поэтому я вот думаю вообще, как его нахуй удалить? Вот что я сейчас ищу, сейчас найду, посмотрю, как это сделать. Вот, когда последняя... О, кстати, когда последняя фотка была сделана? Хотите? Смотрю, Сигулда. Ёпарас, это 189 недель назад. Посчитайте, сколько это лет. 189 недель назад вот я был последний раз, блядь, в Инстаграме. Все. А, октябрь, 19-й год. 19-й год, октябрь. Вот я последний раз, когда тут был. Так, мне сейчас надо найти, как его удалить, поэтому я...
пока найдешь, как удалить этот левый ублюдский аккаунт, вот этот вот, имеется в виду левый, ну потому что Цукерберг левацкая свинья, понимаете, и вот этот Инстаграм просто не нужен, да, то есть он просто тупо, я показывал вам, ну то есть, когда я туда заходил, нахер, абсолютно бессмыслица, с телефонов я выжег уже давно их, да, то есть абсолютно ненужная бессмыслица. Так вот, ваш аккаунт будет удален. Сука, переспрашивает еще пароли, пока ты его вспомнишь. Хорошо, у меня голова работает на цифры и буквы. Могу вспомнить, хоть не заходил, сколько, 189 недель. Вот. Ваш аккаунт будет удален июня 24-го 2023 года. То есть через месяц. Супер, ребята. Просто супер. Большое вам спасибо.